Дом культуры в Правдинском осматривают глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и депутат Московской областной думы Сергей Бабаченко. После капитального ремонта здание превратилось в современный досуговый центр. Теперь здесь появились новые помещения – хореографический зал и художественная студия. Проводят творческие занятия, стартовал театральный фестиваль, открылась выставка картин. Финансирование на реконструкцию удалось получить благодаря тому, что ДК включили в госпрограмму «Культура Подмосковья». Здание оборудовано по последнему слову техники, поэтому очень надеюсь, что ребята, творческие коллективы будут ходить, будут заниматься, будут развиваться, будут расти и по достоинству оценят то, что мы, собственно говоря, для них сделали. Я уверен, что он будет востребован. Вот. Детей у нас много, количество населения постоянно растет. Вот. И на сегодняшний день это будет, конечно, местом протяжения и досуга для всех жителей. Я думаю, не только Правдинского нашего поселения, и соседних поселений. Первый театрализованный фестиваль на Кубок главы городского округа Пушкинский проводят здесь же, в Доме культуры. Это настоящий актерский ринг. Отбираются только лучшие творческие номера. Максим Красноцветов и Сергей Бабаченко также оценили выступление. Иван Чинаев, Галина Тарасова, Фарид Галиев и Анна Белова. Новости Большого округа.